Беда. Беда, ребят. Совсем беда. Все плохо настолько, насколько это возможно. Спокойной ночи. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И как видите, помню, у нас сошла с ума. Я сейчас буду смотреть всякие прикольные, веселые видосики, мемасные и прочие по удивительному цифровому цирку. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик, если вам это интересно, погнали. Теперь у нас плюшевая, помни, сошла с ума. Смотрите, смотрите, сидит, а? Что такое? Да ладно, да улыбочку. Да ну улыбочку, ну родная, ну чё ты, ну в самом деле, хотя... Игрушка, конечно, вряд ли может улыбнуться, да, если... Если еще у обычного персонажа это можно просить, здесь уже все зафиксировано. Тут даже жратва более бедная, чем в оригинале. Один бутер у всех. Стоп, а это что? Я извиняюсь, это что, я сижу, что ли? Смотрите, это я сижу, по-моему. Нереально, а кто это, если без шуток? Понятно, что это Кингер, но это вот Орликина, да? Вот кролик Джакс, это Рогата, что ли, это она? Чё? А чё она как я выглядит, я понять не могу. Так, окей, окей, поехали. Парарарара, давай, давай, парара, давай, вкусный бутербродик, давай, ам! А за маму, а за папу кусь, а за бабушку, за дедушку. Точнее, за Кейна, который сейчас и твоя мама, и папа, и бабушка, и дедушка. Нет, не нравится? Не нравится. Плюшевая, помню, не в восторге. Концовка мне нравится такая, знаете, открытый финал это называется, да, когда вот сам додумайся, что дальше. Она на пердильной тяге улетела в космос или просто взорвалась, кто знает. Атоматоновский кавер удивительного цифрового цирка, ребят, я не знаю, как вы, я хочу это послушать. Ну-ка, давай. Атоматоны Серкус. Поехали. Интересно, как рассказывает, я не могу. Вот прям глаголит истину, да, товарищ? О, пузыристая эта гадость, да. Блевотно жрущая пришла. Кингер хорош. Так, это у нас Рогата, это Джекс, а это... Атама, тихо, 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 что там написано, ну-ка. Атама the tone did not show up today, понятно, ну да. Там, в принципе, так же было. Так, смотрите. Вот слетают милые атоматончики по кругу. Солнце, луна. Между прочим, между... А-та-та. Солнце у нас атоматон, а луна у нас почему не атоматон? О, помни, помни пришла. Смотрите на ее лицо. Ее лицо реально ничего не понимающее. Прям как в оригинале, да? Помни, нифига не помни, как она тут оказалась, да? Батарейки Duracell мне нравятся. Разлетаются. Так. И в конце тоже, кстати, красивенько звучит. Вот эта вот мелодия на атоматоне. Неплохо, как мне кажется. Удивительный цифровой цирк за одну минуту. Спидран пошел. Интернет. Начало просто великое. Вот это величайшее, легендарное начало. Смотрите, VR. Лучше и не скажешь, да. Так, ты здесь будешь навсегда. Да, классно, о господи. Время экскурсии. Не-не-не, вот сюда нельзя. Это была экскурсия. Кстати говоря, тебя зовут Помни. Сейчас опять. А-а-а! Да? А-а-а! Ну давай. Не, на этот раз обошлось без. А-а-а! У тебя нужно встретить нашего старого друга Кауфма. Ну-ка, давай, давай, давай. Кауфма, это весело. Знаешь, как говорят, скажи мне, кто твой друг, а я скажу тебе, кто ты. Вот, ты, походу, ну, кусок блевотного говна. Извини, Джекс. Так, ой. Все, убегаем. Так, прячемся. За бочечкой. Выход. Чувство юмора у аниматора классное, мне нравится. Каждый кадр смешной практически. Да, что-то отстойно. Несколько секунд спустя. О, это же из Sonic XZ звуки, да? О, здорово, пацаны. О, боже мой, боже мой, боже мой. Какое у тебя прекрасное свидание сегодня, да? Хотя я даже не знаю, к кому я обращаюсь. У каждого из них свидание прекрасно, посмотри. Я не умею есть! Кстати, между прочим, да? Циркус пустота. Цирк. Так. Пойдем. Жестко.
порешал, все порешал, смотри, всех рассадил сразу. Это шо? Это шо за лицо? Ты же должен быть всегда доволен жизнью, Джекс. Угу. Ананасики, пицца с ананасиками. А может быть еще хуже, а? Приветик! Правило 34. Может, да, определенно. Хуже было бы только, если бы его в действии показали. Слава богу, что этого не было. Удивительный цифровой цирк, но BFDI. Я знаю, многие смотрели этот мультик, я его не смотрел. Что тут происходит? Какие-то странные наушники надел, а теперь я здесь с бананом, висящим под губой, да. Прикольно. Реально, смотрите, банан здоровый такой. Вы кто, люди? Почему я не могу снять? Давай успокоимся. Все будет хорошо, новенькая. Все будет хорошо. Скажи, новенькая, ты веришь, что все будет хорошо, когда тебе вот такая рожа об этом заявляет? Ты же веришь, что все будет прекрасно просто будет, но лучше некуда, да? Мы все через это прошли, да? Просто нужно... Что тут происходит? Ты что ругаешься? Ну вообще вопрос хороший, я бы, глядя на это, тоже бы подумал, да, что тут происходит. Особенно глядя вот на эту рожу. Боже, этот чел меня напугал. Что-то я на него взглянул, он так на меня смотрит. Прям не по себе стало. Да. Спасибо, котик, спасибо, ты великолепен. Ты прекрасен просто, да. Лучше тебя никто бы это не исполнил. Даже такой маэстро пения, как я. Вот смотрите. Видите, у него лучше получается, что тут сказать. Привет! Краткая версия, ребята. Здрасте. О! Уже крыша едет. Окей. Так, что у нас здесь? Стул. Хороший имя стул, я считаю, ей понравится определенно. Так, Джак красивый, конечно. Вообще, посмотрите на эту рожу. Ой, пойду-ка я, да? А вы, ребят, сами разбирайтесь. Теперь это ваш друг. Теперь это ваш друг, ваш приятель. Господи. Здравствуйте. Выходите, да. Мы ждем вас на другой стороне. В пустоте, да? О, Бэкрумс, ну конечно. Ага. Выглядит, кстати, вкусно. Чё это такая рожа недовольная, непонятно, да? Я бы сейчас это ням-ням-ням. А ням-ням-ням бы я это сейчас, да. Так. О! Смотрите, наверху миньоны. Лего, по-моему, или что это? Я не знаю, какие-то конструкторы. И конец. Секрет помни, называется это видео. Так, что за секрет? А, он снял с нее шляпу. А? My hat. Where is my hat? Моя шляпа, где моя шляпа? Шляпа моя, где? У нее какие-то милые ушки, да? Джекс, ты думаешь, Кингеру понравится, что я завернула ради него подарочек? Нет. Но я знаю, как это исправить. Сейчас ей завернет, да? Я так и подумал. Идеально. Да, вот стало получше. Стало два подарка в одном. Ну вот и все. Ой, ты пропустила пятно. Пушистая шерсть. Лизнуть пушистую шерсть. Хорош, красавчик. Фу, ребятись, господи, это ужасно. Самое худшее, что мы видели в этом цифровом цирке. Просто кафмал клоун, и то был красивше. Да. Идите сюда, я вас тоже сейчас... Вот только он так может, конечно. Итак, она пытается уснуть. Ложится себе, спокойненько закрывает глаза, и тут приходит он. Эй, Рагата, сон закончился, готовься. Кончился твой сон, Рагата. Я сейчас что-нибудь устрою. Я такой говнюк, да? Ну-ка, давай. Давай. Так. Ага. Ой, сейчас тебе что-то отрежут, да? Ну, я пошел, говорю. Ну, смотрите, для него еще не так плохо все закончилось. А на этом мы завершаем. Кликайте сюда, здесь вас ждет другой видосик по удивительному цифровому цирку. Если этот вам понравился, то этот тоже зайдет. Тоже сборник приколов по этой вселенной. Всем счастливой удачи, пока, увидимся вот тут.